Ну, будет интересно. Будет очень интересно. У астеров очень хороший висп. Это есть такое. Это есть. Ой, там красный флай, флай на топе. First Blood от Манета. Здорово! First Blood у нас делает Манет. 1-0 за Team Aster. Забирает себе килл. Китайская страна была, типа государство. Ну, тематика, типа смена. Сейчас, секунду, Стоянг нажимает Никсвелл на него Эйфай. В итоге 1М, минус 1М, забирают его. 1-1. Пока что чилит, отдыхает. На топе выход пошел на Манета. Манет неприятно. Чернила запускается. Хастомп не успевает 1М вовремя прийти. Подсейвит своего керри. В итоге 2 в 2. И спектру у нас подрезают. Но линия, конечно, неприятная, само собой. Про спектры очень трудно и стоять. Но Ланем пытается против Янга драться. Ну слушай, уже ж драться до конца нужно получается. Стики Free Fire есть вроде бы у него. Так, Тангусик съел, стики есть, помним. Но он пока ее не будет тратить. Xwell от Эфая. В итоге сейчас Free Fire нажимать нужно по таймингам. В итоге Хастомп не кастуется. Ошибочка от Ланема. Бывало, нужно понять, чтобы тебя просто услышали. Внимание сюда завлечь. Мэйби у нас тут цепанули. Мэйби забирает. Минус Мэйби. Бивают его. Тут Хаунд Манета. Погоня с Ред Пандой. Лайтинг что-то замедляет, но убить вряд ли получится его. Да. Здесь нажимаются диаболики. Там подтягивается Мэйби. Хукшот Ред Панды. Прекрасно. Просто Хаунд нажимается. Красотища. Больно Ред Панде. Ред Панду вытирает у нас. Манет на кого? Пытается он включиться, но ему нужно быть немножко осторожнее, потому что таки он далековато от своих тиммейтов. И в итоге Хастомп кастуется. Кстати, хороший Хастомп. Есть же еще и дуэль с Армлетом. Пошла дуэль. Стирает Эфая. Больно Янгу. ГДС от Эруса. Больно ДДД забирает. Минус 1М. Пришел Эрус. Батя вернулся. Все. Батя начинает лупить. Армлетиком бы сыграть, сыграл нормально, подходит у нас Бобока. Ну и смотрим мы на итоги боя сейчас с вами. Которые крутые команды, они играют такой тайминг примерно. 25-35. Так, у нас то, что арена копье. В итоге Хаунд нажимается от Манета, пока не летит сюда почему-то. Влетает там Соумбайн, Дефая, пульс снова работает. Больно Ред Пантер, Ред Панту собирает, Дефая тоже должен будет сейчас вырезать. Минус саппорты, Эурос у него БКБ еще не включалось, ничего не нажимал. В итоге Мэйби зонит своим сифоном, Эурос все боятся, выкупается Ред Панда зачем-то. Да, отступать просто нужно Астерам и все, просто отступать. Так, врыв на Ред Панда, бедный Ред Панда. Как же он все время подставляется, бедняга, минус Ред Панда. И плюс дуэль еще дополнительная для... Легионки, это была вторая дуэль уже, то есть пошел 20 урона. Так, врыв, пошел, вот это круто может быть сейчас. В итоге стан не получается дать важнейший, сейчас ДД нажимает у нас Свен БКБ, забирает Янга и Свен телепортируется. Эурс летает отсюда, башеров нет, там их еще. Нажимают смоки сразу же, пошли, но они знают про появление БКБ, это тоже смоки, смок на смок. В итоге ДД врывается, у нас ставится дуэль, Хаун прожимается, разлом полетел, хукшот. В итоге больно Янгу, Янг рассыпается у нас, больно также Легионки, Легионку вытирают у нас. Там забегает Мэйби в БКБ своем, нападает на Манета, Манет неприятный, минус Манет, размен 2 в 2. Подрезают также у нас Мэйби ветра хорошие, Эурус кончается БКБ и Эурусы должны будут сейчас тоже убивать. Минус Эурус, ДД живет, релокейт за спину, чтобы Эфай добрать, чтобы сделать тимвайп. Эфай нажимает на себя Инксвэл, но он взорвется, ДД ультракилл. Вот так вот, лишачок у нас становится основной силой на этой карте. В итоге ГДС от Свена. ДД нужно с пацаны спасать. Бобока подходит, нажимается Хаунд. Прилетает Манет, пытается он лупиться с кем. Бобоку нужно в фокусе пытаться, Виспа вырезает. Вот, это хорошее убийство очень было. БКБ кончается у Эуруса. И сейчас Эурус сможет кого-нибудь забрать с собой. Забирает у ДД, там дуэль, минус Эурус. Янг до сих пор выживает, Янг наконец-таки заметил, хоть какую-то часть пережил. И даже он до сих пор живет, еще работает экзорцист. Больно бьет его, Нэм и Хастомп. В итоге это будет минус 3 дрифантов. Хороший минус 3, Манет улетает, еле отсюда ноги свои унес. Все там есть. Астерам. БКБ, врыв, дуэль полетела. Хаун прожимается, пытается очень быстро ДП забрать, ДП заберут, по идее, да, минус Мэйби, у Бобока убили снова, весь быстро рассыпался, к сожалению, для команды Team Aster. Эурус БКБ сейчас закончится у него. В итоге забирает он с собой все-таки Ланема, выкупается Бобока в игру обратно. Эурус без БКБ, все, сейчас его тут распинают, распяли просто здесь Эуруса. Минус 3 делает Team Aster в размен на двух, но и бэйбэк Бобоки, соответственно. Выкупается Ланем. Зачем Ланем? На Рошана пойдут, значит, понятно. Это Рошка, пацаны, хотят забирать. Или Электрон пойдут. Хукшот. Слушай, ой, Ред Панда. С таймингами Ред Панда ошибся. Немножко он ошибся с таймингами. Минус Ред Панда. Забирает Ред Панду. Еще 7000 астров после всего этого дела.
Итоге ДД. Инксвейл, БКБ, он нажмет ли он, интересно. Он не понимает, что происходит. Где Бобока? Бобока не успеет, но его, видимо, спасти. Забирает ДД, очень быстро нажимается Хаунд. В итоге драка для Астра, по идее, будет не очень успешная. Хорошая вылазка пока что. Бобока подходит у нас к Легионке. Мека нажимается, Эврус летает там. Ну, Анем, разлом бы какой-нибудь дать. И Хастомпик бы что-нибудь дать. Пытается Легионка драться, нажимает телепорт на базу, пытается улететь. Телепорт сбить нечем. В итоге минус Бобока после байбека, минус 100 секунд пролетает, верно он. И это очень крутая драка для элефантов. Очень крутая вылазка получается. Успешная. Но видите-ка, нападает, получается. Сейчас еще его Немо заберут. Да. Фантастика. Чисто бронированный 3 на ДД. Он же не будет умирать просто. Он просто не будет умирать, посмотри на него. Под кирасы подшивает, там ман, ставится дуэль, нажимается, ставится купол. Ой, не купол, а арена. И заберут ли Maybe? Maybe пока что выживает, вырывается Эврос, пытается регион забрать, забирает. Выпадает гем, Эврос БКБ. Нужно отступать, но там минус Янг, минус Maybe, все. Эврос качается БКБ, и сейчас должно быть, по идее, избиение. Он врывается, но не так все просто. Это ДД подшивы, хотя, слушай, ветра у него есть. Он на себя может тронажать, но не надо, это минус 4, это команда Тимастер. Рошана нету, улетает у нас на базу FI. Второй, что ли, будет Астер? А почему нет, слушай? А что у нас по байбекам, сейчас я вам включу? А по байбекам проблема. Проблема, GG. GG сдаются у нас элефанты, Астер забирает первую карту, 1-0 за Тим Астер. Ну, посмотрим. Опять же, понимаете, в чем дело? Пик — это не всегда 100% победы. Я думаю, что те, кто опытные, знают про это. Здравствуйте, флашечка приезжает. Понятно. Это хорошо. Мультишот по Янгу. Янг больно разворачивается на Ванэм. У Ванэм по него только есть миско. На маны на фостершот не хватает пока что. В итоге Ванэм, тычка, есть килл от команды Элефант. Пошли на Манента, Манента пытается поджать, но не получается. Вот этот опс был прям под вардом подставлен, видимо, они его все-таки не заметили. Панда просто знает, ставится тамбар, панда очень больно, дикий, не соурип, ничего не успел нажать. В итоге фиаско, братан, но Эврус сейчас разменяется, пойдет. У него есть сифон, он превратился у нас в ДП, в итоге ДД, адаптив страйк, до сих пор выживает. И что, неужели не разменяется? Сворма немножко не туда, а Теуруса в итоге обманул ДД его, ДД. А ночь же, ничего не видно. Там у нас телепортируется Фурион, и сейчас еще и Файер заберут. 3-2 за Астрами, красотища просто. На этой линии против Снэпфайр, видимо, там уже мортира откатилась у нее. И Фурион на тайминге есть, выходит Янг, арена, копье, подходит Ред Панда, стоит тамба здесь. Тамбу пытается пробить, тамбу не пробить, по идее. А, соурипом потратил, извиняюсь, пробить, значит, Бобоки ее. Но Бобока тоже можно будет наказать. Бобока, конечно, денежку получил перед смертью, или нет, или не перед смертью. Приходит Ланэм на фостилшот, а вот он Эврус, все. Здравствуйте, я Морф, я Эврус, я умею Морфеями играть, и минус Бобока. Забирает его, он еще и на хосте, ты посмотри, что творит, а, гениус. Летит на хосте на Ланэма, там еще у него Боробот тайма нету. Да, вот так вот Эврус перешел, перетянулся у нас на линию. А вот это красиво, вот это хороший дрифт от команды Элефант. В итоге ДД цепляет, он нажимает экзорцист, конечно, сифлон, извиняюсь. И забирает его, конечно, тут Ланэм уже с 7 уровнем. Книжечка, так понимаю, скушал. Пиганоэнс, потом пик в перспективе. Янг, слушай, если сейчас копьем постанет, ох, больно ему, больно Бобоке. Конечно, Бобоку заберут. Минус Бобоку. Там что? Там у нас Ред Панда поставляется, поставляется Эврус. Эврус разворачивается еще. Откидывается атаки страйком на силу и отступает. Як Ред Панду свапает Бобока, пошли телепорты. В итоге нажимается даже экзорцизм, нужно отступать, нужно просто удирать отсюда. Там можно Бобоку, конечно, добить, постараться, да, Бобоку забирает и уйти. Ну, это вообще супер изи получается. Ред Панда на Ланэма, тут что у нас, заряжается Ланэм немножко. Ред Панда отступает, там телепорт у нас прожимает Фураж, зажимает Ред Панду, Соурип ставит стамба, Ред Панда рассыпает очень быстро. Неурус летает, бегает, тамба падает, тамба у нас рухнула. Здесь Янг, здравствуйте, говорит, но он без арены. Кастуется Мортимер Кисис, хороший, Ланэм нажимает Боровый Тайм, Манда зажимает, Эурус выгрызает его адаптив страйком. Кончается Боровый Тайм, тут Бобока, ну Бобоку телекинезит, но уже нужно вступать, видимо, там... А, там цель повкуснее будет, там Фурион. Фуриона забирает у нас сейчас элефанты, пошли дальше, за Бобоку телекинез в КД. Янка пьё почти попало, но почти не считается.
Поехали. Бобока. Бобока вейфортеру нажимает. Там сразу прожимается экзорцизм. В итоге арена и отступает. Ну вот он, Эурус со спины. Контратака полетела. Ладно, может здесь. Забегает у нас спины сейчас пока что Фурион. Сорч давно. Фурион далеко очень пошел. Фурион еще должны будут убить за это. В итоге там у нас от зоны или кого забрали Ред Панду. Эурус один впереди. Планеты все. Бежит Эурус. Никого не боясь, потому что перекачан на 2000 хп. Забирает у нас также Бобоку. Минус Бобока. Вейфорум промывает. Отсюда у нас пока что Морф. Ну и Янг. Янга запинывает у нас. Ванем. Боровый тайм есть, если что. 2 в 2. Слушай, получился замес. У нас 2 в 2. Ой, сейчас умрет. Умрет у нас сейчас. Хорош. Хорош фура. Телепорт у него есть? Нет, и Фай пришел. Телекинезом все. Ну, все равно хороший килл в любом случае. И должны были понять, по идее, сейчас элефанты, что здесь стоят варды. Полетел. Ну слушай, слабчик-то есть там на фостикше, вот Дримомиской вешается, копье, арена шикарная, просто телепорт ДТС сбивает, в итоге ДТС забирает, у нас почти Эурус, Эурус перекачаться, нужно перекачиваться, там минус Бобока, минус ДД, минус 2 делает, Уанем подставляется, минус 3 уже от команды Элефант и очень-очень-очень хороший минус 3, прям. В мид подтягивается у нас молодой человек на Мэйби, там. Там и файт спанули, файт телекинезик прожимает, больно, свормы сифон работают. Он сворохал себе сифон, еще пытался жить, но не получилось. А выкупается, пошли байбеки, у нас то что, у нас поставляется ОНМ, минус ОНМ. Сифоны работают, и там Эурус превратился, получил сайленс, но манту он не прожимает, не хочет получать ветра. Спанули ДД, ДД рассыпается у нас, минус ДД, качественный врыв. И дальше на Бобоку, Бобоку телепорт сбить нечем пока что здесь, да. Врыв от Янг, копье полетело под арену, красиво, ДД нажимает экзорцизм, работает сифон, и тут что, прилетает Эурус, здравствуйте, говорит Эурус, сейчас на Бобоку, Бобоку выпиливает, главное работает у него паровый тайм, укончается ульта, ДД цепляет, потому что он много очень наносит там своими экзорцизмами и сифонами, минус ДД, пошли у нас на всех остальных, в итоге минус 3 делает у нас, выкупается в игру 1М, пытается улететь Фурион, Фурион улетает. А манет у нас форстафается на хайраунд. Два сайленса, да, себя или с тиммейтов, конечно же. Точные скиллы есть, есть здесь. И Фай босс слаб в последние секунды от Бобоки. В итоге минус и Фай. В итоге, да. Так, БКБ нажимает манет, начинает драться против Янга. Янг нужно принимать в лицо, там дабл дэмэдж есть у Морфа. Ага, показалось ним. Показалось, извиняюсь, Шутган адаптив, минус манет, манет забирает важное убийство, все. Теперь можно с остальными будет справляться. Сейчас Фурион отправляется также в таверну, Ланем ульта работает, там Мэйби встречает у нас ДД, ДД прожимает БКБ, сейчас он в 10-секундном БКБ, похоже, умрет, или его сейчас плюнут, полетит. Ой, Эрус, хорошо делается Мэйби, минус 4 от элефантов за Бобокой погоня, Бобоку поймали, в итоге это минус 5 от элефантов. Ну что, прилетает Бобока. Бобока, здравствуйте. Шотганчик на Янга, чтобы его физроном не били, свапают обратно. А вот это неприятно для Янга. Ветра можно на кого-нибудь нажать, да, форстафнуть его можно и файл, кстати. Газ нажимается, ДД, БКБ. В итоге Янг, долго он пытался жить у Морфа, что? Ну все, Янга оставляет у нас здесь элефанты. Габи на Морфея есть тоже, жесткие вообще, дикие из Тинси. Там у нас что? Там у нас Ред Панда цепляют, Ред Панда пытается жить, в итоге не выживает Ред Панда. Приходит Эурус, у нас собирает Мэйби уже Фурыча, выкупается Ред Панда обратно в игру. ДД поймали, ДД без БКБ уже, в итоге, как-то не уверенно. Янг, вот, Янг, хорошая ставится арена. Боровый тайм нажимается сразу ту же секунду. Янг работает БКБшки, пока его никто не трогает. Эурус наваливает, забирает ДД, минус ДД. Кончается ОНМ, боровый тайм, в итоге минус ОНМ сейчас будет. ОНМ забирает, и GG прописывает Бобока. Это 1-1, и у нас будет третья карта решающая, да. Третья решающая карта будет. Это полуфинал второй Венеров. То есть команда, которая побеждает, проходит у нас непременно на команду пассажиров ЖЗИ. Ред Панда. Ред Панда нажимает Фэри Файр. Бобока погонит за Ред Пандой. В итоге будет ли First Blood? И ФБ не будет, но Бобока забирают. У нас минус Бобока. F5. Возвращается Янг сюда. Там, смотри, прилетает
сюда марсианин в итоге. Арина ставится, телепорт нажимает maybe в мид, но вряд ли Янга сейчас спасут. Янга забирает, прилетает Red Panda, бьется об Арину своим клювом. В итоге подходит Бобок из спины еще, пытается Манета убить, Манет телекинез. Туда-обратно его стан у него в КД, еще 8 секунд будет. Maybe нажимает инвиз, maybe копье словил. Слушай, а Манета же, а Манета выживает, вы представляете? Он до сих пор живет, санрейд Red Panda. В итоге хотя бы Марс постараться законтролить нужно. Стан, ой, хорошо, астры друг друга сейвят. Как же они хорошо это делают. Печенька попадет, убьют. Печенька не попадает, в итоге пока не убивает. Нужно было, я не знаю, что нужно было делать. В итоге хорош ДД замансил здесь. Но ванемчика можно будет наказать. Слэм данк, до свидания. Не скилл, но ДД выжил. Это важно очень, выходит такс обратно. Слушай, пошел, пошел. У нас сейчас ДД пытается щемить. Подходит сюда мэйби, замедляет его. Агар сейчас будет готов, под крипами бы загри постараться. Не получается, вот сейчас сюда получилось загреть. В итоге Арина копье. Ну, доигрались у нас. Элефант. Элефант 3-3. В итоге выход. Ланема увидели. Вырывается у него Ян. Кагар. Но смотри, Эурусские куски просто дикие плюшки отрывает Эурус. Забирает у нас Ланема. Минус Ланем. Так, ну что, Арина копье, врыв и минус Red Panda. Хорошая соло вылазка у нас от Марса. Зашел. Пришел, увидел, победил, как говорится. Диффуза готова в боке. Так, Рикки с диффузами. Вот это уже интереснее. Так, там Лагуна слышу. Была в мэйби. Мэйби нажимает инвиз. Его видят, потому что здесь стоит центряк. Стамп попадает по нему. В итоге Драгон Слейв. Мэйби забирает. Эурус врывается. Ладно, пытается пробить фейтболт. Забирает все-таки его. Эурус. В итоге армлет он выключил. Осторожно же быть Эурус, он умрет. Минус 4 это астров. Хорошие астры. Прям вообще красавчики. Фай поднимает у нас руну волшебства себе, забирает. Фейтболт, стан, минус ФА еще. Минус ФА. Поймали у нас ДД. ДД ошибка серьезная очень. Очень серьезная ошибка ДД. Забирая ДД, остался зря он здесь один. Так глубоко под вардом стоял. Все это видели прекрасно элефанты. Если что, скан нажимают у нас всего тьмы. Астры, хочешь скан? Хорошо, не дали. Бока подставляется, Бобока на рей. Ну и БКБ. БКБ спасает его. Ставится неплохая арена. Копи полетел Red Panda. Red Panda успеет еще нажать, ничего не успеет прожать. Янг. Янг, БКБшка тоже закончится, и Янг должен, по идее, остаться будет тут. Приходит Эурус и понимает, что ему ничего не сделать, рейдж телепорт. Минус 2 от астров, хорошие, очень такие, знаете, простенькие, рядовые минус 2 были. Кого залез? В Янга. Поймали. Спанули у нас и убили здесь Ланема. Минус Ланем. Омник, хорошее убийство очень. А Янг-то Брик есть. Агрится в Манета. Ставится Супернова. Супернова нужно пытаться бить кому-нибудь. Супернова бьет Лина. В итоге Супернова взрывает. Это важно, но убивает Манета. Это еще важнее. Минус Манет. Нападение пошло на Марса. Марс ставит Рину. В итоге опять его загрели. И Марс. Эурус красный. Эурус умирает. Что происходит? Минус Янг. В итоге... Марс что, живет, что ли? Да, Марс живет, Лина. Лина сейчас это заместо решила. Если бы взорвалась Супернова, если бы она взорвалась, было бы совершенно все по-другому. Хайлайт сделаем их, если что. А Янг, врыв, красивый. В итоге очень быстро Ланема вытирает. У Манета есть дабл дэмэдж под ГД. Само нужно от него отступить. Эурусу, Эурус, спасите кто-нибудь, спасает его. Там плюются Янгом, не очень удачно в итоге. ДД врывается на Янга. Ай, это была лишняя атака. Это была очень плохая атака элефантов. Что они сделали? Ну просто... Покусывает уже. Там врыв. Ой, Манет ошибается. Серьезно ошибается Манет. Забирает его. Да, должны его забрать первый раз. Хотя, подожди, БКБ. Сатаник прилетел уже. Супернова взорвалась первый раз за всю игру, наверное. Red Panda. Там погоня за Maybe. Maybe забирает. Минус Maybe. Поймали у нас Янга. Янг неприятный. Там у нас Red Panda. В итоге отправляется он в таверну. Тут убивает, получается, Ланема забрать. Но ничего страшного. Эурус. Эурус один. Эурус один. Минус Эурус. Вот так вот. И нужно Янгу возвращаться на базу в срочном порядке. Выкупается Эурус. На байбек хватает капусты. В итоге. В итоге там у нас Янг с Эурусом нападает на ДД, но это Егис. Это только всего лишь Егис у нас. Нападает на Манета. Манет больно. Манет сатаник у него есть. Живет. Ой, хорошо, Манет живет. Вылазит он отсюда. В итоге фул хп у Манета. Агрит Эуруса забирает. Ну это все, это хе. А там байбека нету больше у Эуруса. Так.